Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Совет Сантехника 7.1. Ну, а у меня сегодня день номер 2 на сборке котельной из меди. Вот. Пойдемте посмотрим, что получилось сделать за один день монтажной экзекуции. Вот. И что планирую сделать за второй день. Пойдемте глянем. Ну, дорогие друзья, как и планировал, повесил котел, собрал дымоход. Убил на него весь день, ничего не подходит. Пилил, вальцевал, развальцовывал, хорошо еще вот хомуты есть, эти стяжные на дымоход. Сейчас поближе залезу. Вот, собственно, дымоход собрал. Вот. Такой вот получился. Там у нас вот кран будет для слива конденсата. Здесь вот отвод резал. Под 45. Хорошо, что стяжные хомуты есть. А там наверху, даже не знаю, как сказать, на людей, которые здесь муровали, чтоб YouTube не заблокировал. Ну, скажу так, олени с гор с кривыми рогами опустили вниз не раструб, а обратную часть трубы. Вот монтирую это все в этой шахте, блин, развальцовывай, засовывай. Это вообще какой-то кошмар. Все вопреки, пока это все собирал, 5 раз хотелось бросить инструмент, бросить просто вообще, блин, нервов вообще не хватает. Ну не можете вы собирать, ну какого хрена лезете, а? О, вот здесь вот штанишки собрал, а вот сюда вот, вот сюда вот, в этот раструб какой-то умник воткнул 80-й оцинкованный коротыш. Я его так и не достал. Вырезал, выпиливал 1,5 часа, блин, ну вытащил. Но опять, кто за эту красоту будет оплачивать деньги? Ой, тихий ужас, блин. Короче, собираем дальше. Так, ну а сегодня планирую повесить вот сюда вот Мэйбис, вот эту смесительную группу, и закрепить коллектора. Коллектор теплого пола и сюда коллектор отопления. Вот, прикинуть, что куда, куда ботинки, куда носки. Вот. Так что отопление — это такая штука, особенно котельная, которая не требует суеты. Вот. Ну, в следующем выпуске выложу, что получилось там по размещению. Посмотрите. Давайте.